Всем привет с дачи с нашей. Мы на бережку нашего озера, которое сливается на зиму. Посмотрите, девочки. Утки обычно улетают. Вот утка сидит, чистится. Вон еще одна. Три утки, четыре, пять. Ничего себе. Сереж, смотри, утки. Неужели она уток караулит, собачка? Что-то тут околачивается. Почему они не улетели, интересно? Крякает. Надо было и хлебушка захватить. Сейчас посмотрю на даче, может, есть хлеб. Крякает, глянь. Сейчас пойду хлеба гляну. Кушайте, маленькие, кушайте, девочки, мальчики. Почему? Ручей как журчит. А что, ты выключил? Нет. Покушали, позавтракали или пообедали? Все съели. Ну вот хвостиками трясут довольные. Видишь как? Как они не замечают? Ну у них такое сало, жир такой. Они обычно ныряют, жопки вверх. Вон еще одна прилетела поздно. Без хлеба осталось. Селезень или утка? Бедненький. Крякает и плывет. Как они кушают.
Какой домик у нас построили, видите? Красивый. Это гора у нас. Мы там рассвет встречали после выпускного со школы. Мы на Пасху ходили, я вам покажу видео. Это наша школа. То есть Ребенкина, моя другая была. Я в другой училась, тут же ниже там может быть. Едем в гараж, сейчас вам покажу. Солнышко прямо в глаза. Они тебе хвостиком виляют. Вот наш гараж. Разломал, посмотреть, как там устроено все. Сына, мой магнитофончик. Как называется? Вега. А? А я не знаю. Он работает, Сереж? А? Девочки, я обрезала хризантему домашнюю, чекрыжу, да. Кустовая, которая как ее, горшечная, обрезала, привезла с дачи, она даже не подцвела, первый год посадила. Так вот обдираю. Цветочки обрываю.
Сына пробует палку селфи. Привет, привет. Сыночка, я сегодня выгляжу плохо. Я прям. Как работает эта кнопка? Я думаю, что... Хризантемы, хризантемы. Были у меня пышные эти. Куличные большие. Кустовые. Красивые. А эти я покупала. Горшечные, домашние. Но они чего-то не захотели цвести. Привезла домой. И все цветки набрали столько цвета. Наверное, красивущие бы были. Они засохли просто. Прям. Вот. И все. И начали листья сохнуть. Вот эти маленькие, молодые вылазят, зелененькие. Вот я их пообрезала. Посмотрим, что будет. Не знаю, что получится с этого. Надо будет эти, надо было на даче забрать кассеты. Что садить их? С крышечками теплички. Кассеты у меня есть. Надо эустому сеять уже. Вот. Которая высокая. Надо уже сеять ее. В таблетке буду сеять. Эустому я ни разу не сеяла. Вернее, сеяла. У меня неудачный опыт был. Я не дружу с эустомами. Потому что у меня не получалось. Я что-то не так делала. Видимо, я только с петуниями дружу. Мы дружим с ними. С петуньками. Такую маленькую, не знаю, что будет. Вот так вот, пока водичку поставлю, потом кассеты привезу и посажу. Сейчас буду завтракать. Еще не завтракала. Уже обед. А я не завтракала. На дачу проездили уже полвторого, а я еще вообще не ела ни грамма. Девочки, буду делать домашнюю лапшу на желтках. Буду супчик варить и вам покажу. Вот у меня 250 грамм муки. Высыпаем. Чайная ложка соли. 2 столовых ложки растительного масла. Четыре желтка у меня здесь. Можно 6 желтков. Но я поменьше взяла, чтобы мне на супчик было немного. Можно, конечно, высушить и положить в баночку, впрок. Ну, я могу сделать свеженькую потом. И замешиваем тугое тесто. Если вам будет мало муки, можно подсыпать.
Собираем все крошечки в кучку и мнем. Выложим на столик и потом мнем на столе. Вот такая лепешечка у нас получилась. И сейчас положим в целлофановый мешочек минут на 30 полежать, чтобы успокоилась, отдохнула, появилась клейковина. А потом будем раскатывать лепешечку на лапшу. И так просто полежит на столе. У меня варится грудка бройлера на супчик. Ну вот, тесточко полежало, теперь будем раскатывать лепешку. Пласт. Надо посыпать мукой. Вот такой раскатали мы пласт. И теперь скручиваем в трубочку. В рулетик. Туго скручиваем. Посыпем перед этим мукой. Оно и так тесто хорошее, сухое. Желтенькое от желточков. Да еще домашние яички. Сейчас будем нарезать. Нарезаем на такое расстояние, какая вам лапша нужна, пошире или поуже, или совсем тоненькие, как лапшичка, вермишелька. Я среднюю взяла, средний размер, не широкую, а так, между тем и тем. Вот такая вот лапшичка. Я еще порежу ее как лапшу просто, не как спагетти длинные, паста. А как лапшичка. Вот такая лапшичка у нас получилась, желтенькая, красивенькая. Такие вот кружочки красивые. Вот такая красота, вкуснота будет такая. Делайте с удовольствием такую лапшичку. Вкусная. Размеры разные делайте, можно сделать пасту карбонара. Просто на гарнир. Не разваливается.
Вот у меня супчик варится. Я сюда добавлю паста карбонара по-итальянски. Супчик. Вкусненький такой вкус в этой приправке. Вот грудку сейчас я ее разорву в супчик. Вот такая лапша вообще не разваривается. Прям такая хорошенькая. Вкусненькая прям лапша. Такой консистенция хорошая. Укропчику сюда, курочки. И вкусно будет нам сегодня покушать. Лапшечка как на один раз у нас получилась так. Без картошки, суп лапша. Вкусненький. Вот мяско разорвала туда много. Вкуснятина. Вот такой супчик у нас получился. Лапша желтенькая. Настоящая. Курочка настоящая наша. Приятного аппетита всем нам и вам, кто кушает тоже. Приятного просмотра. Спасибо, что вы есть. Пока-пока. Всем привет! Забрались на гору. Хочу вам показать обзор, какая красота у нас. Это наш поселок, где мы живем. В городе на окраине. Вот мы куда приехали. Дорога, машины. Подписывайтесь на мой канал, буду очень рада. Будьте со мной, ставьте лайки, пишите комментарии. А что это? Малюсенькие такие.
праздников, всех с Пасхой.